Так, вот она, наша красавица. 21 апреля 2021 год. Харьков, 20:33 по Киеву. Практически идеально чистое небо. Особенно на фоне того ужаса, который лил с небес последние сутки. Двое, трое, четверо. Пошли на линию терминатора. К нашей замечательной спутнице. Все, отошел от штатива. Ветер немножко мешает, но он так помог разогнать тучи, что даже жаловаться на него не буду. Штатив отбрасывает тень. Лунная тень штатива. Так. Там в комментариях спрашивали ребята, ну что там, не помню, кто покупал себе тоже Nikon Coolpix 5000, какие я использую фокусировки. Это ручная фокусировка. В режиме видеозаписи. Сейчас 125 ISO, 1:60 выдержка. Очень-очень-очень классно. Никакая дымка нам не помеха. Никакой ветерок нам не мешает. Триста семьдесят семь тысяч. О, в кадр влезает, подрагивает от удовольствия. Кратер Платон. И куча каких-то маленьких, беленьких козявочек вокруг. Но ниже кратера Платон сейчас. Вот этот трезуб, у меня ощущение, что этот человек лежит головой влево, руками по ходу движения распростертыми, а тело где-то погружено, наверное, в мертвое море. Но на Луне все моря мертвые. Вообще классно. Поставил штатив, чтобы ветер не мешал, на самую низкую практически позицию, не выдвигая шток центральный. Теперь тут пытаюсь как ракообразная заглянуть в окуляр. Ах ты ж, ёлки-палки.
Еще уменьшил выдержку 1:100. О, по-моему, вот это резкость. Этот краешек хочу снять. Вообще эпическое зрелище. Или эпичное. Линия терминатора, грань тени солнца, света и тени. Ёлки-палки. Не знаю, как четко видно, вообще здорово. Луна сейчас в зените практически. Да, сильно тебя побило, ой, сильно. Ну хорошо, лихо бы до начала. Хоть какие-то съемки в этом сезоне уже стартовали. А то ж совсем льет и льет, льет и льет, тучи и тучи. Опа, моя вина. Ну, в принципе, все же еще. Ладушки, в этом дубле, пожалуй, все. Наведемся, наверное, еще раз. Сейчас я подниму. Центральную штангу. Двадцать 42 по Киеву. В Харькове 21 апреля 2021 год. А где же наш Марс? Ладно, сейчас найдем.